Вас вітає інформаційна служба телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Євген Побловець. Глядіть у нашому випуску. Сьогодні у Мазарі відкривається дитячий сад, побудований у рамках державної програми соціально-економічного розвитку і комплексного використання природних ресурсів Прип'ятського Полісся. У Гомелі підвели виніки літнього оздоровлення школьників. Сьогодні у Гомелі протягнеться зустріча поміж Міжнародним комітетом Червоного Крижа і Товариствами Червоного Крижа і Червоного Павмісяця Білорусі, Росії, України і Казахстана. Зараз об гэтым іншым більш подробязна. Сьогодні на Гомельщині буде здадзена в експлуатацію яшчэ один дитячий сад. Гэта падзея адбудзецца у Мазыры. Державна установа адукацыі, яслі сад номер 40, знаходзіцца на бульвары юнацтва. Яго будаўніцтва праходзіла ў рамках дзяржаўнай праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця і комплекснага выкарыстання прыродных рэсурсаў Прыпяцкага Палеся. Згодна з праектам, ва установе прадугледжаны залы для фізкультурных, музычных, танцавальных і гімнастычных заняткаў, а таксама басейн, памяшканні дзіцячай творчасці, харчовы і медыцынскі блокі. Адкрыццё аб'екта запланавана на 11 гадзін. У Гомелі падвялі вынікі летняй аздараўленчай кампаніі школьнікаў. Нягледзячы на дасягнутыя поспехі, шэраг пытанняў у гэтым годзе вырашыць не атрымалася. Олег Сенцеров наведаў абласную селектарную нараду, на якой абмарковаліся шляхі ўдасканальвання летняй занятасці навучэнцаў. Гэтым летам у лагерах рознага профілю, якія былі адкрыты на базе ўстанова адукацыі, атрымалася аздаравіць дакладная лічба 32 723 школьніка, што на 5% больш, чым было летась. Правда, гэта сярэдняя лічба. У некаторых раёнах колькасць дзяцей, якія летам наведвалі школьныя лагеры, нават знізілася. А таму падчас узнагароджвання ўстаноў, якія вызначыліся ў перыяд летняй аздараўленчай кампаніі, адначасова са словамі падзякі гучыць і канкрэтнае пажаданне, неабходна больш актыўна распаўсюджваць лепшы вопыт. Пакуль жа ў тым жа Лоўскім раёне, напрыклад, колькасць дзяцей, якія наведвалі летнія школьныя лагеры, сёлета знізілася больш як на 12%. Ёсць праблемы з арганізацыяй лагеру працы і адпачынку, хоць тут існуюць аб'ектыўныя прычыны. Шэраг кіраўнікоў прадпрыемстваў адмовіўся ад прадастаўлення працоўных месцаў непаўналетнім. Сярод плюсаў гэта года. Павелічэнне амаль у два разы колькасці лагераў дзённага знаходжання і так званых міжведамасных лагераў з удзелам вайсковых часцей, міліцыі, вартавальнікаў. Апрача таго, праходзіць апрабацыю такі від школьнага аздараўлення, як кругласутачныя лагеры. Тэрмін знаходжання ў іх пакуль не вельмі значны, звычайна каля 9 дзён, але плюсы відавочныя. Псіхолог займаўся кожны дзень з дзецьмі, устраіў какія-то ігры, заняцця, трэнінгі, потом воспитатели, потом было спартивных много соревнований разных, ходили и в 13-ю школу, и 42-ю на стадион ходили. Ну, проводили так, у нас педагог-организатор проводил с ними КВН, что где когда проводил. Он очень творческий, талантливый человек. В общем-то, каждый день у них был занят, они просто не ожидали, что так будет хорошо у них и весело. Сярод новых форм организации летней занятости – интеграционный лагерь мастацкой накированности у Гомеля, профильный лагерь школы самостоятельности у Мазыры и первый лагерь по робототехнице, организованный областным центром техничной творчести. А прача того, у Рогачевском районе дзейнічаў лагерь за ориентацией на педагогічную професію. Што тычыцца планаў на наступны год, то больш увагі плануецца надаць стварэнню умоў для летніх адпачынку дзяцей-інвалідаў. Ёсць пытанні да работы сельскіх школ па прыцягненні да актыўнага адпачынку не толькі мясцовых навучэнцаў, але і дзяцей, якія прыязджаюць на лето ў вёску з горада. Не все ещё работают так, чтобы массово можно было вовлечь ребят, которые у бабушек и дедушек на каникулах находятся в сельских населённых пунктах. Ещё не достигли мы открытия лагерей труда и отдыха, круглосуточных лагерей, которые с удовольствием идут старшеклассники, не достигли того уровня, когда каждый желающий старшеклассник может зарабатывать деньги летом. Здесь у нас предстоит большая работа вместе с организациями и предприятиями, которые создают нам рабочие места. Поэтому эта работа будет продолжена. Олег Сентеров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». Сёння ў Гомелі працягнецца сустрэча паміж Міжнародным камітэтам Чырвонага Крыжа і таварыствамі Чырвонага Крыжа і Чырвонага Паўмесяца Беларусі, Расіі, Украіны і Казахстана. На парадку дня пытанні, звязаныя з міграцыяй. Удзельнікі сустрэчы прааналізавалі, як можна ўдасканаліць праграмы дапамогі уразлівым катэгорыям мігрантаў. Сваім вопытам падзялілася кожная з дэлегацый. Затым быў выпрацаваны план супрацоўніцтва на бліжэйшыя гады. Разгледжаны найноўшыя прававыя дакументы. Такія перамовы праходзяць штогод у розных гарадах. Сёлета месцам сустрэчы абраны Гомель, які, дарэчы, мае багаты вопыт у работе з мігрантамі. Гомельская область во время начала вооруженного конфликта на Украине была, по-моему, насколько я знаю, первой областью в Беларуси, которая приняла на себя поток переселенцев с Украины. И
Национальное общество Белорусского Красного Креста и Гомельское отделение очень хорошо показали себя в этой работе, помогали переселенцам, правительству в эти первые сложные месяцы, когда был очень большой поток. Увогуле сегодня у свете 244 миллиона мигрантов. У Беларуси за маль 10 миллионов насельництва 1 миллион складают замежные громадяне. В связи с высоким попытом насельництва белорусская чыгунка призначила додатковый дённый электротягник бизнес-класса «Гомель-Минск». И он будет курсировать с 9 кастрычника по 4 листопада по пятницах и неделях, а так само 7 листопада. Тягник будет отправляться с Гомеля в 11 годин и прибывать у Минск у 13.59. В отворотном накерунку тягник отходит у 14.47 и прибывает у Гомель у 18.20. В осеньское надворье прикметно ускладняет ситуацию на дорогах. Раннее змеркание, дажи и туманы, звычайно, приводят до росту колькости ДТЗ у гэты период году. Недолго засталось от шакати перших морозов. Дзяржаўтаінспекцыя настойливо рекомендует водителям своечасово подрыхтовать автомобили до эксплуатации у зимовый период. Чем погрожает невыконание их парад, доведалась Ганна Ковалева. Больше як 5000 штрафов минулой зимой заплатили водители за езду на автомобилях с летними шинами. Супрацовники ДАИ узгадывают, коли резко изменилось надворье, ДТЗ фиксовали литерально праз день. Причем у некоторых из их машин утворали целые аварийные паровозы. Были примеры, и как бы не один, что и начальник ГАИ выходили и останавливали руками транспорт, который был на Советской, где спуск. Когда был гололед, просто руками попытались остановиться, потому что машина водителя нажимает на тормоза, она медленно, потихоньку катится вниз. Просто инспектора руками ее притормаживали, чтобы не допустить ДТП. Были случаи, что было по 15 дорожных на одном месте. С 1 снежня за удел у дорожном руху автомобиля с летними шинами начнут штрафовать на одну базовую величину. Правда, не выключено, что морозы заявят про себе и ранее снежня. Тому уже зараз инспекторы ДПС дежурят на головных транспортных артериях в области и, кроме штатной проверки документов, нагадывают про необходимость подрыхтовки автомобиля до смены температурных режимов. Ну, конечно, естественно, каждый год к зиме готовимся как положено. Резину меняем, масла меняем, фильтра меняем. Ну, как положено все. Ну, потому что это нужно, да. На безопасность влияет все. Госавтоинспекция обращается к водителям, чтобы не затягивали, а подготовили автомобиль до наступления холодов, чтобы можно было безопасно управлять автомобилем в зимний период времени. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Областный комитет БРСМ обвестил о проведении 6-го сезона республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». Акция накирована на активизацию инновационных распрацовок молодыми людьми и притягнение их до вырашения задач социально-экономичного развития краины. Прием проекта уже распачали районное подразделение БРСМ. Заявить про удел можно и виртуально. Треба заполнить электронную форму на официальном сайте проекта. Сярод 10 номинаций конкурсу – агропромысловые, будовничие, био и навод авиакосмичные технологии. Попередние сезоны показали, что самой популярной темой является социальная сфера. На сегодня у районного комитета БРСМ поступило около 10 таких проектов. Что касается областного этапа, то мы планируем его проводить 16 ноября в городе Гомеле и планируем, что в нем примут участие около 30 проектов. Всего мы надеемся, что в этом году на территории Гомельской области будут подано более 50 заявок для участия в районных отборочных этапах конкурса. Приглашаем молодежь для участия в конкурсе. К слову, информацию о конкурсе можно найти на сайте 100ideas.by и на сайте областного комитета БРС. У период отборочных туров пройдут научальные семинары и встречи авторов проектов с инвесторами. У вынику самые интересные идеи смогут отрывать увособление. Презентация фотопроекта «Мост у будущую» отбылась у Жлобине. Это частка республиканской кампании по доброохотным тестированию на ВИЧ. Тычется навод тех, кого не тычется. У основе фотосюжетов конкретные герои, люди, неколи залежны от наркотиков. Фотовыстава «Мост у будущую» просвечена истории 38-годовой меньшанки Татьяны Семеновой. У 2001 году наркозалежная женщина доведалась про становчий ВИЧ-статус. Миновито тады и начался ее шлях вертания у нормальное социальное житие. И она отрымливает отповедное лечение и замещальную терапию. Заболевание наркозависимость, она хроническое заболевание. Есть по период срывов, и рецидив, и ремиссии. Это отказ от наркотиков, потому что это мешает моим родным, моим близким. У меня сын 22 года, который закончил университет. Он абсолютно негативно относится к такому явлению, к употреблению наркотиков. Я испытываю чувство вины перед своими близкими.
Фотопроект адлюстровывает разные этапы жизни героини от детства до начала замещальной терапии. Рассказывается реальная история конкретного человека, которая от ситуации полной наркозависимости со всеми особенностями, которые мы как бы ассоциируем, прошла весь путь, который позволил ей вернуться в нормальную социальную жизнь, восстановить все социальные связи с семьей, близкими, родными, приобрести отношения, ну, то есть работу, вести нормальный образ жизни. Тем более актуально, когда сама героиня на этой выставке присутствует сегодня. То есть можно убедиться, что это не какой-то, так сказать, фейк, так, соответственно, постановочно, это реальная ситуация. Фотовыстава «Мосту будучыню» организована у рамках проекта под назвой «Снижение шкоды працуя за безпечьте финансование». Ее автор и куратор Катерина Парфянюк про творчесть и истории конкретных героев спробуя донести до белорусов информацию про важность сучасных методов профилактики ВИЧ-инфекции и наркомании. Творческий подход, он наиболее, язык такой я, наиболее доступный людям. Через творчество люди быстрее понимают суть проблемы, что это не приговор, не ВИЧ-инфекция, не наркозависимость, что, опять же, люди с ВИЧ-инфекцией могут вести обычный образ жизни, принимая антиретровирусные препараты. Тот же самый наркозависимый человек, если у него будет огромное желание изменить что-то в жизни, тем самым он может это сделать. Катерина Жданович, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» со Жлобинского района. На этом наш выпуск завершен. У студии працавал Яген Побаловец. Усяго доброго и до встречи в эфире.